Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, сегодня 17 мая 2019 года. Я нахожусь на берегу моря. Вот там вот за этой скалой находится галечный пляж Малая Бухта. Это благоустроенный пляж. Видите, там навесы, лежаки, бетоном все, берег выровнен. И я там был, я вам все это показывал. А я нахожусь вот здесь под скалой. Приехал на велосипеде. Положил его, потому что ветер. И... я уже знаю, что велосипед лучше должен лежать, потому что бывает, что или от порыва ветра, или просто там неустойчивая опора, он падает, что-нибудь там от него отваливается. Поэтому лучше, когда он лежит, это надежнее. Я снимаю, друзья, второй дубль. Почему? Потому что случайно нажал на кнопочку Wi-Fi. Съемка прекратилась. Я не знаю, сохранился первый вариант или нет. Поэтому снимаю второй. И если оба получится, я оба и выложу. А почему бы нет? Сегодня ветерок свежий дует, вода по ощущениям, конечно, прохладная. Ну, купаться, конечно, можно, почему бы не купаться. Искупался, растерся полотенцем, обсох на солнце, прогрелся, ну, вполне можно. Вода здесь немножко мутновата, и вот эти водоросли гоняет бурые. Ну, это водоросли, они такие не противные, не как комка. Тем более здесь, конечно, глубже, и если правильно уметь заходить в воду, то можно получить много удовольствия и поплавать, если в маске, на камни красивые, поросшие водорослями, посмотреть. Заходить в такую воду, ну, нужно, как здесь шутят, в позе крокодила. То есть ложиться вот прямо так
и немножечко так туда прямо заползать. А когда если идти ногами, то можно, конечно, подскользнуться. Некоторые камни очень скользкие. Поэтому вот в Анапе вот так. Хочешь, купайся на песчаном пляже. Ну вот, как вчера я вам показывал, там камка. Камка, кстати, не везде. На центральном пляже, я же сегодня был, там чистая вода. Поэтому сейчас центральный пляж города Анапы, конечно, выигрывает у всех пляжей Пионерского проспекта, где буквально весь Пионерский проспект сейчас погряз в этой вот гадости, в комке. Вот. Ну, здесь, видите, другие минусы. Здесь камни, тут лежать не очень комфортно. Заходить в воду не очень комфортно. С детьми, с женщинами не очень комфортно, потому что женщины не любят камни, а детям... В общем-то, все равно, но им здесь не разыграться, не разбежаться. Камни скользко и глубоко. Это я сейчас изобразил, друзья, ну, кто знаком с древнегреческой мифологией, наверное, напишут мне в комментариях. Я жду от вас ваших вариантов. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Смотрите конечные заставки, смотрите подсказки, смотрите описание, заходите в социальные сети, особенно в живой журнал, где я уже пишу тексты о своей жизни в Анапе. Всего доброго, до следующих встреч, друзья!